Всем привет! Сегодня мы расскажем вам о детском батуте. Этот батут мы заказали на сайте Бабаду. Нам его доставили за неделю. Вот уже год пользуемся и хотим поделиться с вами нашими впечатлениями. Доставили в большой коробке, в плоской. Ножки были откручены. Вот они откручиваются. Легко было закрутить. В принципе, и батут все готов. Все, ножки закрутили. Хочу что сказать про батут. Вот по прошествии года вот эта вот сетка батутная не потеряла своей упругости. Она такая же, также хорошо натянута. Вот с этой стороны видно пружины, которые держат материал. И вот это вот защитный синий материал. Он достаточно такой тонкий, и поэтому легко вот он покрывается царапинками, и в одном месте дети уже вот порвали чуть-чуть. Но это на батуте никак не отражается на его качествах, поэтому дети с удовольствием продолжают на нем прыгать. Дети даже прыгают на нем вдвоем сразу, то есть он выдерживает вес 100 килограмм. Да, до 100 килограмм. В принципе, я могу попрыгать, и муж может попрыгать. Дети вдвоем прыгают. По-моему, отличное времяпровождение для детей, весело и использовать для здоровья. В комнате не занимает много места. Если нужно убрать, ножки легко откручиваются и легко убирается. Вот, мы довольны. Он без ограждения, поэтому маленьких детей лучше, конечно, держать, либо под контролем старших детей или взрослых. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем пока!